Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением своим впечатлением о своем недавно приобретенном автомобиле Audi A6 C6 2004 года выпуска автомобиль 4.2 V8 полный привод quattro и 6 ступенчатый классический автомат. приобрел я его около 3 месяцев назад проехал за это время 12 тысяч километров съездил уже такое приличное путешествие по России. А если конкретно, мой маршрут составил Москва, Краснодар, Сочи. Из Сочи в Крым проехал по всему полуострову и вернулся назад в Москву. То есть примерно 4-5 тысяч километров накатал за данное путешествие. И я считаю, что уже могу поделиться своим каким-то мнением о данном автомобиле Audi A6 в кузове C6. Мы начинаем. Приятного просмотра. Поехали! сегодняшнее повествование с небольшой предысторией. Для тех, кто смотрит мой канал, смотрит мои видео, они знали, что у меня был до этого лет таха. А я продал его, потому что он мне оказался просто не нужен по специфике своей работы, по специфике своего образа, своего образа жизни. И хотелось что-то поменьше. Автомобилей у меня, в принципе, было много за всю жизнь. И я решил, что хочется взять немца. По-любому. Бюджет у меня был 600 тысяч рублей примерно. Это лето 2021 года. И так как хотел немца, то есть тут, конечно, стояла немецкая тройка, да, легендарный Mercedes в 211 кузове E-класс, BMW пятерка E60 и Audi A6 в кузове C6. Но, скажу честно, BMW мне не очень нравится в этом кузове. Опять же, я просто, наверное, сравнивал ее всегда с Honda Legend, которая у меня была. Это тоже E-класс, только японский, и легенда, например, ну, мне лично нравилась гораздо больше, чем Е60 BMW. Поэтому как-то ну, не лежало у меня душа Е60. И честно скажу, я думал, что я буду брать Мерса 211 Мерса И искал, ездил их, ауди вообще не рассматривал потому что где-то когда-то там слышал, что вообще в этом кузове А6 ненадежные автомобили, что вечно проблемы с электроникой, что постоянные ошибки какие-то, глюки и так далее. Не хотелось а, в это ввязываться. Смотрел Мерсов. Покатавшись на нескольких Мерсах, а, то есть, ну, я как бы сделал для себя такой вывод. Либо брать до налоговой 3.2, старый мотор, я смотрел до рестайл, Потому что, насколько я знаю, моторы там менее геморройные, чем в рестайлинге, где пошли уже проблемы с цепью, со звездами и так далее. Смотрел до рестайла, 3.2 преимущественно. Вот. Но покатавшись на нем динамикой, он меня, честно говоря, ну вообще не впечатлил. То есть я понял, что мне будет ну, не хватать на нем постоянно. То есть постоянно я буду хотеть большего. И я посмотрел 5-литровый 211 -й. В полной комплектации, ну, возможно, в, там в полной чего-то, может, не было. Ну, там была пневма, там было 5 литров V8. И, скажу честно, даже вот 5-литровый V8 меня особо не впечатлил по динамике. Может быть, он был именно тот экземпляр ушатанный и не ехал так, как должен был ехать. Но, не знаю, меня, короче, прям не зацепило, не было такого вау, типа тачка прет, ну, нет. И что мне в Мерсах не очень нравилось, то что в салоне места не так уж много. Но опять же, повторюсь, я просто привык к хорошему автомобилю Honda Legend в свое время. И в Мерсе места меньше, это прям факт. И что еще мне не понравилось, самое главное в Мерсе, то, что даже поставив пневму в спорт или в динамик, я не помню, как называется там режим, ну то есть в активный режим мне не очень понравилась рулежка. То есть он все равно остается довольно-таки плавным, валким, вальяжным. Ну и как мне все мои знакомые уже сказали, ну а что ты хотел, это Мерседес. Мерседес это комфорт. Здесь я спорить не буду, у каждого своя идеология. Но для себя я понял, что после валкого таха большого я хочу что-то более юркое, более остро управляемое и с хорошей динамикой также. И чисто случайно, в этот период, когда я смотрел для себя как раз автомобили, смотрел Мерсе, я со своим знакомым прокатился на вот такой А6 А6, кузове С6. Мы прокатились из Москвы до Твери и назад вместе с ним. У него был мотор 3,2 до 249 сил. Я ехал просто пассажиром туда и назад за рулем, не ездил на ней но даже пассажирам я понял, насколько автомобиль хорошо рулится, насколько он а, стоит в поворотах, не кренится, и я понял, что рулежка здесь гораздо лучше, чем в Мерсе. И вот с того момента, то есть я решил, а почему бы не посмотреть Audi? Но скажу так, даже смотря Ауди, я все равно а, Думал, что это ломучие ведра, будут проблемы вообще там по электрике и так далее. И посмотрел несколько ауди, даже с одним владельцем смотрел, с двумя владельцами смотрел. И, к сожалению, в этом бюджете это был хлам, прям полный хлам реально. То есть вложение еще там 1100 минимум сразу требовалось. Это минимум. А начнешь копать, и как всегда там вылезет еще больше. Вот. И уже в тот день, когда я поехал смотреть эту аудио, она была, по-моему, четвертая за день, а шестая. Это было пол одиннадцатого вечера в Подмосковье. Мы поехали с товарищем, посмотрели ее. И, ну, как сразу только я ее увидел, я увидел состояние салона, в целом состояние автомобиля, я понял, что она на другом уровне в сравнении с теми, которые я смотрел до этого. И прокатившись на 4.2, здесь у меня 4.2 V8, я понял, что динамика здесь совсем другая. Никак я смотрел там до этого трехлитровые 3.2, 4.2 едет совсем иначе. Я понял, что да, это то, что я хочу. Да, на него большой налог в районе 50 тысяч рублей, 335 сил. Но это седан на V8. Он дарит эмоции за которые я считаю можно платить. В общем, я вам рассказал, почему вообще я выбрал Audi, как я к ней пришел. И повторюсь, вообще не планировал садиться на вак, не рассматривал для себя эту марку, как-то скептически к ней относился. Но сейчас вот уже поездив какое-то время, немного, ну даже не немного, я в корне поменял свое мнение. О данном концерне. И сейчас вам все подробно расскажу. Давайте начнем со сравнения этого автомобиля Audi с другими своими немецкими конкурентами. Мнение будет субъективное, то есть вы можете с ним быть не согласны. Я поделюсь просто своими мыслями на этот счет. А Е-60 есть у моего товарища, он уже 7 лет ей владеет. Мы снимали недавно видео, у меня на канале также оно есть, можете посмотреть. И ну, периодически я с ним катался в Е60. Не могу сказать, что для меня это прям идеальный автомобиль. Я не говорю, что Е60 какая-то плохая. Нет, ни в коем случае. Каждый ездит на том, на чем он хочет, правильно? Что ему по кайфу. Мне Е60 прям, ну, как-то не знаю. Мне кажется, она какая-то скучная. В салоне пустовато все. Не цепляет. Типа, просто то, что это BMW, ну, не знаю, я не фанат пока что марки BMW. Пока я для себя не понял их. Мерсы, как я уже сказал, меня разочаровали своей чересчур вальяжностью, валкостью, плавностью. А Audi, на мой взгляд, сочетает в себе лучшие качества от Мерса и лучшие качества от BMW. То есть, что я имею в виду? Возможно, Audi не рулится так, как BMW, но она рулится гораздо лучше Мерса. И она сама по себе комфортнее, мягче, плавнее, чем BMW E60 это мое мнение. Соответственно, она взяла от Мерса комфорт, а от BMW взяла драйв. И выпустили они данный автомобиль A6C6. И как по мне, сочетание всех этих качеств получилось очень даже неплохим. Здесь также установлен на моем автомобиле полный привод, легендарный Quattro от Audi. Все знают, что это один из лучших, наверное, полных приводов вообще в автомобилестроении в мире. Он надежный, он не геморройный, и он гребет так, как надо, постоянно. Вот, соответственно, недавно, сейчас даже вот в Крыму я ездил по горам на ней, поехал туда, где, не знаю, там Нивы даже некоторые не ехали. Там не было грязи какой-то, но просто горы очень большие, подъемы, углы большие, и, то есть, она гребет, она едет. Мне просто ее стало уже даже жалко в моменте, я там не полез на одну гору, потому что летели камни под нищу. а так автомобиль себя показал очень хорошо. А вот немного, да, я вам рассказал про полный привод, давайте поговорим про двигатели. Двигателей ставилось на эти автомобили на 6C6. Довольно-таки большое количество. Я сейчас буду говорить про дорестайл. У меня она дорестайловая, и, соответственно, я вам расскажу про дорестайловые автомобили. Линейка дорестайловых двигателей насчитывает, по-моему, около 8 различных модификаций, которые ставились на дорестайлинг. Самый маломощный – это 2 литра. Далее идет, наверное, самый распространенный на российском рынке 2,4. Также есть двигатели 3 литра. 3,2 и 2,8, по-моему, 2,7. Также есть 4,2. И хочу сразу сказать вот по поводу двигателя 4,2. То есть многие думают, что здесь стоит тот же самый мотор, что и на Q7 в первого поколения. Тот же мотор, что на 8D3, 4.2, но нет. На А6 в С6 кузове ставилось два мотора 4.2, два различных мотора. Один ставился с впрыском FSI, который стоит на Q7 и на А8. А второй без этого впрыска, более старый, более древний мотор, но, как показала практика, он более надежный и менее геморройный. И у меня стоит именно этот мотор 4.2 MPI BAT, у него маркировка, Простой, старый, чугунный V8, не алюминиевый, нету тут какого-то вот некосилового покрытия этого, в котором вечно задира. Здесь все проще, и, ну, по мнению многих людей, это надежнее. Соответственно, мне это на руку. То есть, считается почему-то в быту, что 2.4 самый надежный двигатель на А6С6, А6, но есть много негативных отзывов о нем И, наверное, я бы выделил из всех бензиновых рестайловых двигателей Это три движка, самых а, менее прихотливых, менее капризных Это возьмем этот 2.4 одним из этой троицы Потому что их очень много реально Их люди, наверное, знают уже, как обслуживать на сервисах Отнесем его сюда, 2.4 если не согласны, что он надежный, напишите в комментариях. Второй двигатель, который можно отнести, это 3 литра, 3.0 BJJ, по-моему, или BBJ. Точно не помню, не хочу сейчас соврать. Тоже довольно-таки надежный V6, который голову владельцам своим не делает, судя по отзывам. И третий мотор, один из самых надежных бензиновых, который можно Рекомендовать, который я бы вам рекомендовал, это 4,2 MPI BAT, который стоит у меня здесь. Да, большой налог, 50 тысяч в год, но динамика, драйв, эмоции, тут вы сами решаете, готовы выплатить за это или нет. По расходу, могу сказать вам так, в Москве в пробках больше 15, у меня расход не поднимается на ней. Я в городе не отжигаю, то есть не вижу смысла там от светофора до светофора гонять. Если гонять, наверное, и 25 будет спокойно. В городе я езжу спокойно, адекватно, нормально. Больше 15 этот V8 не ест. V8 на полном приводе. Соответственно, по трассе, даже при активной езде, если ехать где-то. Ну, если ехать а, не спеша, то есть в районе там 90-100, то у меня расход падал вообще до 7 литров. Вот сейчас на Красной Поляне в Сочи. Я сам удивился. То есть я ехал 80 90 с розы хутора до Адлера. И у меня расход показывал там, 7 с чем-то. В среднем по трассе, если я еду ну, 140-160, расход будет где-то 12. Если ехать 180-200, расход будет 13. Потому что на 200 а двигатель крутится до 3500 оборотов. То есть едешь 200, у тебя 3500 оборотов, как бы движок особо не напрягается. Вот, соответственно, по двигателю... По двигателям на этих аудио я вам в принципе рассказал, какие стоит посмотреть двигатели, а какие-то не стоят, например, вот те же 4.2 FSI. Просто он будет вам дорог в обслуживании. Если вы возьмете очень обслуженный экземпляр, может вам повезет. И вы не столкнетесь с этим. Но если вы возьмете уже подукатанную укатанную ауди такую, то вы в него в этот мотор только можете вложить очень много денег. Поехали дальше. По полному приводу я вам рассказал, по моторам рассказал, коробки. То есть здесь устанавливался либо вариатор, но вариатор сочетался только с передним приводом, либо классический шестиступенчатый автомат от ZF. И данный автомат по отзывам владельцев не доставляет вообще никаких проблем. Нужно периодически в нем менять масло, менять фильтр, и тогда будет служить довольно-таки долго. На моем автомобиле сейчас пробег 210 тысяч, и мы проверяли его там, по другим блокам. В целом, по состоянию, я думаю, что он соответствует, потому что также я покупал платные отчеты по машине и по всем ТО. То есть, ну, действительно, очень похоже на правду. Опять же, я видел машины, как я вам сказал, там с пробегом также 200-250, но состояние салона было гораздо хуже. То есть, наверное, там ну, 300 плюс был пробег на всех тех автомобилях. Здесь салон получше, и то есть 200 тысяч он уже прошел. А я вам сейчас покажу, как выглядит водительское сиденье. Руль перешивали, сиденье, не думаю. То есть качество материалов отделки салона, на мой взгляд, на достойном уровне, особенно для 2004 года. А что хотелось бы вот вам еще сказать? По поводу эксплуатации данного автомобиля. А пока, у да, с моих слов, все вообще так хорошо. Идеальный автомобиль. В принципе, да. Но это немец, и он реально требует немного больше денег, немного больше внимания к себе. То есть, в чем это проявилось? Проявилось это, ну, даже в элементарном ТО. А сейчас вы скажете, что это именно ты такой мотор взял, твои проблемы. Но все равно, как бы, да, вот у меня был до этого... Шевроле Таха 5.3 там был мотор, в 8 в системе было 6 литров масла. То есть меняешь масло, 6 литров залей. Здесь же 9-9,5 литров масла нужно залить при замене. То есть, да, вроде как бы мелочи, но все равно я уже беру на замену масла всегда 3-4 литровые канистры. 3. Не одну, да, как некоторые там, как многие, наверное. 3 три канистры масла нужно для замены. А, второй момент. Менял масло в коробке и тоже удивился сцен Я помню, я менял на Honda Legend масло в коробке. И, но ну, это было года три назад, два-три года назад. То есть, там, 18-19 год. И тогда оригинал хондовского масла в коробку стоил 1000 рублей за литр. Там не оригинал, рублей за 300 можно было взять. И я тогда думал, что 1000 рублей за литр масла в коробку это дорого. Но сейчас, когда я менял масло здесь, оригинал стоил, по-моему, 4500 за литр или 4700 за 1 литр. То есть почти в 5 раз дороже. А не оригинал Феби 1700 за литр. Я взял не оригинал, потому что ну, разница в цене прям реально колоссальная. И по отзывам а вот этот аналог Фэби является довольно-таки хорошим, качественным а, производителем. Вот. То есть, в каких-то вот таких нюансах, да, я коснулся, что хочешь ездить с комфортом, динамично, быстро, плати за это. Но ну, это и логично. То есть, и здесь плата как раз вот в таких каких-то мелочах. То есть, масло в коробке поменял, Отдал денег, масло просто в моторе поменял, отдал денег и так далее. Но, повторюсь, пока что меня все устраивает более чем. Мне автомобиль нравится. По поводу, например, комфорта в салоне, сразу выделю, чего мне лично не хватает. Вот что мне не нравится. То есть несколько таких аспектов. Первый аспект, вы можете сказать, что я придираюсь, но я же говорю вам свое мнение, поэтому, поэтому это имеет место быть. Мне не нравится, например, звук рычажка поворотника. То есть, когда я включаю поворотник, неважно, вправо или влево, мне не нравится именно звук вот этого пластика. То есть, на мой взгляд, можно было сделать его как-то подороже, чтобы звук был более глухой. Но, ладно, это мелочи. Как бы с этим можно жить. Что еще мне не хватает? Мне не хватает памяти сидений. Я понимаю, что это именно в моей комплектации нет, но странно. То есть у меня комплектация довольно-таки богатая, по моему мнению. То есть у меня есть люк, у меня есть бесключевой доступ, у меня есть подогрев задних сидений. Вроде как бы есть полный фарш, но у меня нету памяти сидений и нет камеры заднего вида. Хотя в некоторых Audi я знаю, что они уже были в этом поколении. И четвертый нюанс, который мне вот не очень нравился, сейчас как-то я уже, наверное, свыкся. Мне кажется, что я не могу усесться прям удобно в кресле. Мне хотелось бы, чтобы кресло опускалось еще ниже. Но я максимально низко его уже опустил, и все равно мне кажется, что я сижу высоко. То есть вот такая проблема. Это все мелочи, я считаю, с этим можно жить, когда ты берешь, тем более, автомобиль, которому уже 17 лет на вторичке. Требовать от него вообще, чтобы он был идеальным, наверное, глупо. Еще, друзья, чем хотелось бы с вами поделиться по поводу эксплуатации автомобиля. Мне нравится его рулежка, реально. То есть, как автомобиль ведет себя на трассе, как он ведет себя в городе, вообще вполне. Вполне приятная, предсказуемая, острая рулежка. Повторюсь, может быть, не как в Е60, но это не валки автомобиль, не кренящийся особо, как Мерс. И для меня, например, это важно. То есть, приятно управлять автомобилем, который нормально рубится, да, остро, который не раскачивается. Путешествовать, вот, как я уже сказал, на дальники, мне на нем очень понравилось, комфортно, удобно, и опять же, мощный двигатель на дальники делает свое дело, то есть ты едешь, не напрягаясь, с любой скоростью, вот по трассе на ней реально 200 ехать, ну, вполне комфортно. 180-200 вообще вполне. Относительно тихо в салоне остается при этом. Опять же, относительно, да, смотря с чем сравнивать, мы не будем брать какие-то новые премиальные автомобили. Понятно, что здесь будет шумка хуже, но для своих лет, я считаю, здесь вот, та же шумоизоляция, например, да, она на хорошем уровне. Как я уже сказал, мне нравится качество материалов отделки. И эта А6 для меня как бы открыла э, ВАК в целом. И я думаю, что следующий автомобиль мой тоже будет, наверное, Audi. Пока не будем загадывать, но мне в целом эти авто понравились, очень понравились. И что мне нравится, то, что это очень популярный автомобиль и нету никаких проблем там с поиском запчастей, что надо, пожалуйста, оригинал, аналог, найдешь что угодно. И в этом реально кайф. А еще сделаю, да, небольшое отступление. Я планировал. Брать немцев, как я вам уже сказал, но поездив, посмотрев Мерсы, посмотрев ушатанные Ауди, я думаю, что, ну, наверное, буду брать тогда Инфинити. Хонду а, снова не хотел, хотя мне очень нравится этот автомобиль Хонда Легенд, но он у меня был дважды причем, и хотелось что-то новое. Думал, буду брать Инфинити М35, Джиху не хотел, на мой взгляд, ну лично для меня она маловато внутри. Мне хочется, чтобы место в салоне было побольше и планировал брать М35, если бы не нашел именно вот этот экземпляр Audi. Но опять же, уже после, покатавшись на м у моего товарища сейчас м я понял, что Audi мне все-таки нравится больше, и я рад, что действительно я взял Audi. И если вы, например, думаете покупать этот автомобиль или не покупать, смотрите на его состояние. Если состояние будет хорошее, достойное, то берите, я думаю, вы будете кайфовать реально. Автомобиль качественный, хороший, и он может подарить вам много приятных эмоций. И в целом стать таким верным другом вам на каждый день. Поэтому не стоит их бояться, я считаю. Но подходите с умом к выбору. Понимаете, какие моторы будут требовать больше денег, какие меньше, взвести, готовы ли вы платить налоги и так далее. То есть, наверное, самым оптимальным вариантом, самым оптимальным мотором, я считаю, это трехлитровый бензин, который от BJJ или BBJ, потому что он доналоговый, на них также есть полный привод квадро то есть будет приемлемый расход. Ну и в целом, то есть это прям золотая середина. Вроде как, еще хвалят дизельные автомобили. Трехлитровые, например, турбодизель есть на них. Но у меня никогда не было дизелей, поэтому я в этом вопросе не хочу вам давать советы какие-то, потому что просто не знаю. Вот, соответственно, подытожив, еще раз хочу сказать, что пока что мне автомобиль доставляет только положительные эмоции. Вложил я в него на данный момент. В районе 100 тысяч рублей С момента покупки То есть за 2-3 месяца Но, сейчас вы скажете, так это вообще же много Это ведро Не соглашусь с вами Я купил летние колеса, новую резину с дисками Отдал за это 50 В районе 50 тысяч рублей А остальное, ну, по мелочи Это мои плановые ТО, какие-то хотелки были То есть я обслужил коробку Поменял масло там Уже дважды да, поменял масло в моторе И по мелочи там, 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 там набежала вот такая сумма. То есть, ну, одна замена масла в коробке там выходит в районе 10 тысяч только. Поэтому колеса 50 и 50 вот на ТОшки всякие. Но я реально кайфую. Автомобиль мне очень нравится. Друзья, если какие-то вопросы остались у вас по данному автомобилю или какое-то ваше мнение, которое не сходится с моим, вы являетесь, например, владельцем или раньше были владельцем а 6 в кузове C6, Пишите в комментариях, пообщаемся с вами. Дополните меня, может быть, где-то. И также хочу попросить вас поставить лайк на это видео, либо же дизлайк, если вам оно не понравилось. Поделиться со своими знакомыми этим видео, отправить либо в личку, либо, например, сделать репост в соцсети себе, там, в ВК, например. Для меня это ну, будет, будет очень приятно, я буду вам очень благодарен за это. Также не забывайте поставить колокольчик, нажать на колокольчик, чтобы вы знали, когда выходят новые видео и не пропускали их. Ну и в целом жду вас у себя на канале. У меня есть второй канал еще, ссылочку я оставлю под видео. Жду вас под своими видео, приятного просмотра. Критика адекватная будет воспринята, повторюсь, адекватная. Какой-то бред писать вообще левой не надо. Вот, а так, пожалуйста. Пишите комментарии, пообщаемся с вами, подискутируем. Всем спасибо за просмотр. Пока.